Пособие по борьбе с антисемитизмом разработали в специальном учреждении Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Вчера в Женеве этот документ представила директор ЮНЕСКО Одри Азулай. Брошюра должна стать наиболее полным пособием по борьбе с антисемитизмом для школьников, студентов, представителей религиозных общин и даже политиков. Издание рассказывает про антисемитские теории заговора, развенчивает мифы о евреях, развивает навыки общения со средствами массовой информации и учит противостоять манипуляциям. Одри Азулай отметила, что создание такого документа – необходимость, вызванная увеличением притеснений еврейских общин по всему миру.